Саженцы розы торнадо лучше всего высаживать осенью. Участок выбирают хорошо освещенный с дренированной почвой. Сорт саженцев розы торнадо отличается устойчивостью перед морозами, болезнями и вредителями. Высота кустика достигает до 90 см, а ширина – до 60 см. Цветение обильное. Цветочки окрашены в оранжево-красный цвет. Их диаметр – до 7 см. Цветы хорошо переносят условия непогоды, цвет не блекнет от солнца, а лепестки не опадают от сильных дождей и ветров. На протяжении всего периода цветения от куста исходит тонкий аромат. Используют крупномеры розы торнадо для создания цветников и розариев. Роза флорибунда торнадо – это кустарники высотой от 70 до 90 см с типом роста, высокорослый, диаметром 60 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов слабый, окраска цветка оранжево-красный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 6 до 7 см. Летом листва блестящие темно-зеленые, осенью листва блестящие темно-зеленые. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу флорибунду торнадо создал Кордес Германия. Годом создания растения считается 1973. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.